Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я делаю обзор на карандаши NYX серии Jumbo A Pencil. Вот такой замечательный набор. В наборе представлено 6 оттенков. Эти оттенки самые популярные и чаще всего продаваемые. Итак, я уже сделала свотчи. Так. Первый оттенок — это Electric Blue. Он содержит мелкие-мелкие блесточки под номером 622А. Очень такой яркий, красивый оттенок. Так, следующий оттенок — мокка под номером 617, холодный мокка. Он уже не содержит блесточки, так, под номером 2. Так, и следующий оттенок — это у нас Sparkle Nude, такой янтарный оттенок, очень красивый. Также содержит мелкие частички, они едва уловимые. Вот так. И следующий под номером 625. И следующий оттенок — йогурт 611. Вот этот оттенок возле Black. Тоже он не содержит никаких абсолютно блесточек. И следующие два оттенка — это Milk Late 604 и Black Bean 601. Они абсолютно матовые. Так, вот черный карандаш и белый карандаш. Что я могу сказать относительно этих карандашков? Мне не очень понравились. Во-первых, они как в упаковке. То есть такой же цвет, как в упаковке, также они переносятся. Очень яркие, очень хорошая пигментация. То есть пигментация, то, что вы видите в упаковке, то и на коже руке, то есть свотчи. Это огромнейший плюс. Также мне нравится, что они очень хорошо скользят по коже век. И напоминают мне карандаши от Teyvan в серии Super Shock. Очень такая же похожая гелевая текстура. Наверное, практически не идентичны. Насчет стойкости. Я их использую именно в качестве подложки и использую с тенями, потому что у меня кожа век нормальная. Не знаю, возможно, только у меня. Напишите, если вы пробовали такие карандаши, и через какое-то время после нанесения они начинают немножечко расплываться и забиваться в складочки. Они очень мягко и хорошо растушевываются, то есть тушуются, да. Очень мне понравились, в принципе, и на нижней веке они мне тоже не держатся. Ну, хотелось бы, конечно же, услышать ваше мнение. Если кто-то пробовал такие карандаши, напишите, пожалуйста, как вам качество, какие вы любите оттенки. Очень-очень нравится мне. В принципе, так использую с удовольствием. И использую как подложку, держится тогда целый день. Так, в принципе, все окей. Так что вот такой был обзор. Надеюсь, обзор был полезен. До новых встреч. Кстати, сегодня я специально нанесла оттенок Electric Blue на глазах. У меня этот оттенок, он очень яркий. Конечно же, с таким оттенком каждый день не выйдешь на улицу. Он такой вот, какие-то может акценты делать, вот в качестве подложки, тоже под смоки, тщательно его растушевывать. Не знаю, в принципе. Для меня он, конечно же, сильно яркий, но любимый оттенок. Вот так он выглядит. В принципе, а так я осталась довольна. Всем приятного просмотра, пока-пока и до новых встреч на моем канале.